Девчонки и мальчишки, всем огромный привет! С вами, конечно же, я, Ирена. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Кто у меня в гостях первый раз, не забудьте сразу же подписаться на канал, потому что у меня вы всегда найдете самые красивые новинки ювелирной бижутерии. В этом обзоре у меня для вас собраны абсолютно великолепные, необычные и прекрасные украшения. Сегодня у меня не будет долгого вступления, просто сразу буду показывать вам красоту. Начать я хочу с набора экстравагантных цветов из магазина Майтис. Украшения потрясающе красивые и привлекательные. Исполнение изделий очень качественное. Металл выглядит как выбеленное серебро 925 пробы. Лицевая сторона лепестков у цветов покрыта матовой эмалью. Создается впечатление, что это бархат или замша. Выглядят весьма необычно. В каждом цветочке по три подвижных тычинки. Достойная имитация речного жемчуга. Я вначале хотела поменять бусины на натуральный жемчуг, но сразу передумала, так как он, конечно же, утяжелит изделие, а мне это ни к чему. Украшения смотрятся и так сногсшибательно. Колечко у меня в минимальном размере. В линейке у продавца самое маленькое было 7 размера. Оно соответствует нашему 17 размеру. Подошло мне на указательный пальчик. Размер цветочков у серег такой же, как и у кольца – 2,5 см. Кулончик крупнее – 3,5 см. Серьги имеют итальянскую застежку, выполненную в прекрасном качестве, надежно фиксируются, сережки не тяжелые и не оттягивают ушки. Кулон шикарно смотрится в своем более крупном размере. Надеты на очень красивую, качественную, блестящую, прочную цепочку, сидит там, где ему нужно. В ложбинке, создавая некий элемент пикантности. Длина цепочки составляет 55 см, плюс удлинение 4 см. Я, конечно, люблю цепочки не длиннее 40 см и высокую посадку кулонов. И этот цветок собиралась надеть повыше и сразу же заказала к нему подходящий шнурок. Но теперь буду использовать этот шнурочек для других кулончиков. В случае с кулоном дизайнеры все продумали до меня. Ему нужно быть на родной цепочке, на своем законном месте. На примерочке вы это сами увидите и убедитесь. Девчонки, цветы нужно брать однозначно. Они как магнит, притягивают к себе взгляды окружающих, ловят комплименты, а самое главное, подходят под многие образы в одежде. Я их рекомендую от чистого сердца. Это просто невероятное украшение. А сейчас к нам с вами, мои дорогие девчонки, прилетели изумительные бабочки из магазина Сизева. Я в восторге от них. Вы только посмотрите, какие они красивые. В первую очередь хочу сказать о том, что мне не верится, как изделия в таком невероятном качестве могут реально так дешево стоить. Цена изделий просто сказочно подарочная. А теперь давайте вместе рассмотрим каждую деталь этих потрясающих украшений. У меня комплект из кольца и подвески. Изделия крупные и очень заметные, приблизительно 4,5 см на 3,5 см. Выполнены в металле под белое золото, со вставками кубических цирконов под изумруд, а также с россыпью ПВ из белых цирконов. Брюшки у бабочек украшены крупными цирконами под зеленый халцедон. А может быть, это реально халцедон? Усики увенчаны малиновыми циркончиками. Все цирконы надежно зафиксированы в крапана и имеют просветы. Работа у изделий ювелирная. Колечко с изменяемым размером. Я его буду носить на среднем пальце, который больше всего подходит для носки этого размера украшения.
кулону в комплекте положили тонкую цепочку. И на мой взгляд, она совершенно не подходит к этой бабочке, выглядит дешево. Я ее обязательно поменяю на другую. Смотрю я на бабочек, и появляется ощущение, что они вот-вот взлетят. AliExpress и его магазины в последнее время приятно удивляют. Ведь за совсем маленькие деньги мы можем обладать такой красотой. Я обожаю бабочек в украшения. Они создают ощущение легкости, свежести, воодушевляют и поднимают настроение. Рекомендую этих бабочек к приобретению, они просто чудесные. Кстати, к бабочкам я подобрала серьги-пусеты. Они из таких же камешков, как у бабочек брюшки. Совпали и по цвету, и даже по размеру. Получился просто идеальный комплект. Классно! Пусеты по качеству отличные. И цена на них очень-очень маленькая, приятная. Дальше, мои дорогие девчонки, я покажу вам изделия от нашего любимого магазина Xupping. Порылась я в магазине и нашла в новинках невероятно изящные комплекты. Я сразу их купила в двух имеющихся цветах, потому что сложно определиться, когда цена маленькая, а оба цвета красивые. И вот они уже у меня, и я их вам с удовольствием показываю. А вы бегите скорее делать заказ, потому что в магазине их всего-то было по 10 штук. Я купила по одному каждого цвета, и осталось их всего ничего. Первый комплект у нас с кубическим цирконием под черный оникс. Выглядят, естественно, как ювелирные украшения в металле под белое золото. Впрочем, от белого золота изделия и не отличишь. Такой комплект идеален для повседневной носки. Он лаконичный, выдержанный, деликатный и интеллигентный. За такую крошечную цену реальная красота, которая будет радовать вас долгие годы. Длина у цепочки 45 см плюс 5 см удлинения. Все остальное вы сами увидите на видео. Вместо тысячи слов. Девчонки, а теперь такой же комплект с красным камешком. Но я вам хочу сказать, что камень вовсе и не красный. Он розовато-палево-красноватый. Однозначного названия для этого цвета я пока что не знаю. Если вы знаете, как называется этот цвет, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Этот цвет безумно красив и благороден. Сверкают камни потрясающе. Комплект может быть как праздничным, так и повседневным, что придаст вашему образу элегантности и шарма. Смотрите, наслаждайтесь и обязательно купите себе этот дивный наборчик. Кстати, я попыталась подобрать в другом магазине под него колечко. Посмотрим, что получится. Обязательно вам покажу результат в одном из будущих обзоров.
красный наборчик продавец вложил мне подарок в виде нежнейшего колечка, состоящего из трех частей. Спасибо ему за это. Очень приятный сюрприз. Колечко прелестное и милейшее. Продавец даже с размером угадал. Думаю, это пятерочка, так как довольно плотно сидит на моем безымянном пальчике. К сожалению, в магазине я такого колечка не нашла, так что ссылки на него, увы, не будет. Девочки, а теперь бонусом изделия из магазина James Ballet, которое я приобрела для своей дочки в подарок ко дню ее рождения. Она у меня с маленького возраста обожала лошадок, а потом девочка выросла, но до сих пор лошади так и остались ее любимыми животными. Когда я увидела эту интересную брошку-кулон, сразу поняла, что украшение создано для моей дочки. Изделие выполнено из серебра 925-й пробы, инкрустировано аметистом, топазом, а глазки у лошади сверкают зелеными агатами. Брошка черненная, с золотым покрытием в области гривы. У броши достаточно миниатюрный замочек типа барашек. Легко закрывается и открывается. Игла гладкая, небольшая. Кулону предоставляется тоненькая красивая цепочка около 40 см. В таком же чернении, как и само изделие. Лошадка просто восторг. У продавца есть лошадки еще в двух вариантах камней. Кто любит лошадей в украшениях, советую присмотреться. Это уже не просто украшение, это настоящее ювелирное искусство. Ну а сейчас, мои дорогие, по традиции примерочка изделий на себе. Желаю всем приятного просмотра, надеюсь, что изделия вам понравились, и я помогла вам сделать выбор и купить для себя или в подарок что-то эдакое, необычное и красивое. Дорогие мои, я, конечно же, не прощаюсь, а говорю вам до свидания. До скорых встреч и до новой красоты на канале Irene Jewelry. И не забудьте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.